Новый дизайн-проект, месяцы работы, тонны песка. И в итоге городской пляж не узнать. Десна практически полностью готов к работе. На данной территории пока что не хватает волейбольных сеток и ограждений из специализированной сетки. Данные вещи будут установлены к началу и к открытию купального сезона. Также появится и сопутствующий пляжный инвентарь, шезлонги и солнцезащитные зонты. Уже установлены биотуалеты с подведенной водой и отопительной батареей. Но кое-что на обновленном пляже останется по-прежнему. Данная площадка является, так сказать, историческим местом расположения питьевого фонтана, где посетители пляжа могут им воспользоваться. И к купальному сезону 2020 года будет установлен новый, соответствующий всем стандартам, питьевой фонтан. Каким горожане увидят Деснай 1 июня, а именно тогда планируется официальное открытие места отдыха, зависит и от них самих. Купальный сезон еще не открыт, но пляж уже привлекает внимание множества людей, некоторые из которых оставляют после себя мусор и окурки. За теми, кто не в силах донести отходы до урны, придется убирать другим. По уборке территории это будет ежедневно проводиться. И так, если вообще планируем, даже два раза в день. Утром, конечно, перед открытием, как говорится, пляжа, и после закрытия в вечернее время. А вот за выгул домашних животных на пляже или вандализм, который, к сожалению, уже заметен на совсем новом пляжном инвентаре, будут наказывать рублем. Напоминаю жителям, что на территории городского пляжа установлены камеры видеонаблюдения, и все акты вандализма будут расследованы, и виновные будут привлечены к административной ответственности. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.